Привет, друзья! 23 марта утром в Топчихинском районе Алтайского края произошла авария с участием грузовика с прицепом и кроссовера. От удара переднюю часть легкового авто полностью смяло, а фуру развернуло так, что она заблокировала движение на проезжей части. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения. По прибытии предварительно установлено, что авария произошла в 8 часов 20 минут на 79-м километре автодороги А-322. 59-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Алейска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом, под управлением 52-летнего мужчины. В результате ДТП водитель кроссовера погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.